Открытую ледовую арену на 1500 зрителей планирует построить в новом микрорайоне Арбан на пустыре ближе к улице Крылова. Владимир Путин дал резолюцию выделить Хакасии 700 миллионов. Это не стоимость проекта, он может быть и дороже, тогда дополнительно вкладываться будет город. Почти весь 2019 год уйдет на подготовку документации. После того, как выберут лучший эскиз, объявят тендер на проектирование. Это 5-6 месяцев. Затем экспертиза и подготовка проектно-сметной документации.